Многие помнят дебют Тамерлана, сына экс-гитариста группы А-Студио Баглана Садвакасова с песней «Вкусно». Тогда в съемках клипа в качестве режиссера принял участие внук Аллы Борисовны Никита Пресняков. На этом парни решили не останавливаться и попробовали воплотить в реальность еще одну из своих общих идей. Снимаем вот сейчас второй клип, который уже был с бюджетом. Таким мощненьким. Песня очень хитовая и очень даже нравится Владимиру Преснякову. Презентация клипа на песню «Зима» намечена на конец апреля. А пока до нее дело еще не дошло, Тамерлан рассказал Хит ТВ о кое-каких подробностях съемок. Кстати, похожа песня на Джулию. Как ни странно. Девушка тоже улетает в Америку. Съемки проходили в Атмосфильме. Потом будем снимать Америку у Никиты дома. У него там так выглядит, что как будто Америка. Вот. Еще одна будет на даче у Аллы Пугачевой. Помимо занятости в съемках клипа, у музыканта есть и другие весьма интересные новости. Мне предложили сделать саундтрек для двух голливудских фильмов. Но я не буду говорить название, так как сейчас еще их не рекламируют. И это очень интересно, потому что Армандо Санте там снимается, ему очень понравилось. Представляете, как приятно, что такому великому актеру понравилась моя песня. Кроме того, Тамерлан сейчас является продюсером группы «Сливки» и мечтает о возрождении былой славы коллектива. Плюс к этому в его планы входит совместная запись песни с российским исполнителем Ираклием. Одним словом, парень активно двигается в Первопрестольный. Пожелаем нашему соотечественнику творческих успехов, за которыми мы с интересом будем следить.